Церковный календарь на август 2022 года. Прямо сейчас вы узнаете даты всех православных праздников в августе этого года. А полный календарь праздников выглядит так. А теперь по дням. Итак, 1 августа – день обретения мощей преподобного Серафима Саровского. 2 августа – день пророка Ильи. 4 августа – день мироносицы, равноапостольной Марии Магдалины. Пятое августа отмечается день Почаевской иконы Божией Матери, а также день мучеников Трофима, Феофила и с ним 13 мучеников. 6 августа – день мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. 7 августа – Успение праведной Анны Матери Пресвятой Богородицы. 9 августа – Большой праздник великомученика и целителя Пантелеймона. 10 августа – День Смоленской иконы Божией Матери, а также День апостолов от 70 – Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. 14 августа – начинается Успенский пост, а также празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. 15 августа – второй день Успенского поста, а также перенесение мощей первомученика апостола Стефана. 16 августа – третий день Успенского поста и день преподобного Антония Римлянина. 17 августа – продолжается Успенский пост. 19 августа – отмечается большой праздник Преображения Господнего, а также продолжается Успенский пост. 20 августа – седьмой день Успенского поста и день обретения мощей святителя Митрофана. 21 августа – перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия, а также продолжается Успенский пост. 22 августа – девятый день Успенского поста и день апостола Матфея. 24 августа – продолжается Успенский пост, а также день преподобномучеников Феодора и Василия Печерских. 25 августа – день преподобномучеников Белогорских и продолжается Успенский пост. 26 августа – день преподобного Максима Исповедника. 28 августа – отмечается большой православный праздник Успения Пресвятой Богородицы. 30 августа – день священномученика Мирона Кизического. 31 августа – день преподобного Иоанна Рыльского и день мучеников Флора и Лавра. В августе пройдет Успенский пост. Его даты с 14 по 27 августа. Итак, а теперь подытожим главными православными праздниками августа будут 19 августа – Преображение Господне и 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. Я желаю всем мира и добра!